будет побеждать и лос, любит отца и брата, да не отходит книга книг от уст ни на единый миг. Не встретишь лучшего друга, учителя мудрей, цени его в часы досуга, ни в беде не расставайся с ней. Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, слуху приятная, в сердце любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божьих небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно жизни вода, слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладкого сердцу читать, всем погибающим, в муках страдающим, лето через них благодать. Книга раскрытая, ты не забытая, людям покой ты даешь. Нет с того схожи, всех ты дороже, крестно на жизни ведешь. Они часто не знают, куда идти, но есть на свете книга, которая поможет пути. Но есть на свете книга, которая поможет пути. Библия, книга самая мудрая, самая Давайте теперь встанем, дорогие братья и сестры. И кто еще есть у нас в зале, кто пойдет завтра в школу, в университет, техникум, вы пройдите вперед сюда, встаньте вот здесь, и мы будем вместе молиться за вас. Давайте мы поднимем свои руки, обратим их к детям нашим, воззовем Господу и будем просить Его благословения. Дорогой наш Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа мы благодарим Тебя за детей, которых Ты дал нам. Дети есть наследие от Тебя и благословение, которое мы имеем. Но это также, Господь, и ответственность, которую Ты дал каждому из нас. И мы сегодня молимся о том, чтобы нам быть добрыми родителями, мудрыми родителями. Мы молимся о том, чтобы нам наставлять своих детей, заботиться о своих детях. Мы просим, Господь, помоги нам. Мы нуждаемся также в Твоей помощи для того, чтобы исполнить свой родительский долг,
долг и сделать все то, что мы должны сделать для наших детей, чтобы они чувствовали любовь, чтобы они чувствовали заботу, чтобы они понимали, что мы постоянно молимся о них, Господи. Помоги нам быть хорошими родителями, мудрыми родителями, Господи. Мы также молимся за наших детей и просим Тебя, Господь, пусть их сердца будут кроткими, смиренными, пусть они будут послушными, пусть Слово Твое, Господь, оно обильно вселяется в их сердце и руководит, и направляет их жизнь. Мы молимся, Господь, чтобы Ты хранил их от всякого зла, от всяких болезней, от лукавых и беспорядочных людей. Мы молимся, Господь, пусть они будут благословены при входе, при выходе, в дороге, Господи, в тех местах, где они будут учиться, Господи, благослови, и пусть влияние этого мира, Господи, оно не будет распространяться на них, и пусть они ходят в свете Твоего Слова, пусть ангелы Твои хранят и защищают их, благослови также, Господь, чтобы они были прилежны в учебе, пусть они будут лучшими в институтах, университетах, школах, там, где они будут учиться. Пусть их поведение будет примерным Божиим, пусть они во всем являют образец, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы ходатайствами просим об этом. И мы благодарим Тебя, Господь, и верим в то, что Ты слышишь молитву, в том числе эту совместную молитву согласия за наших детей. И мы также, Господь, исповедуем, что Твое благословение, Твоя милость и Твоя благодать, она почивает на них, Твоя защита, она будет сопровождать их во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Господь да благословит вас.